из розового твида. А вот это такой же вариант, как розовый, только вот в таком модном неоновом оттенке, но при этом мягкий цвет, да. И также кожаная юбка. Многим нравится family look, но мы считаем, что неправильно одеваться во все одинаковое. И как бы можно одеться в одной цветовой гамме, в одной стилистике, но при этом как бы быть разными, чтобы мама и дочка одинаково стильно выглядели, но при этом были одеты в разные костюмы. Обратите внимание также на фурнитуру. Это платье силуэтное, что подчеркнет просто любую фигуру девушки, у кого есть талия, у кого ее нету. А здесь не будет там акцента на животе, потому что это плотная ткань. Но это платье можно одевать как в холодную погоду летом, так и в принципе круглый год.